Друзья мои, всем привет из солнечного Тбилиси. Нам довелось солнечный, потому что слишком печет с утра. Здесь уже убрали, что будут строить, без понятия. Когда-то была школа. Ну а я спускаюсь вниз на Сухишвили. Хочу потом оттуда на Сванскую Базрубу. Заплатила за газ. Уже с опозданием, но ничего страшного. Иногда бывает. Никого не вижу, потому что жарища. Рабочий день, так что люди или на работе, или ждут вечера, чтобы вечерком прогуляться, потому что лето и припекает хорошо, как обычно. Так, эту дорогу я уже вам тоже сколько раз показывала, уже не интересно. Меня попросили снять один корпус, но я прочитала ваше сообщение, комментарий ваш. Ну. Так что, Бог даст, потом сниму. Сейчас не получается уже сколько времени. Никак не могу ответить. Я так, с Божьей помощью постараюсь потом снять. Это 310 корпус. Здесь поливают травку хорошо. Так. Я еще здесь один магазин, мне сказали, что где-то здесь, он рядом, не знаю. Сейчас мне здесь надо пройти, чтобы... Быстро поворачивать. Вот здесь оптовый магазин. Сейчас зайду вот здесь, посмотрю здесь, какие цены, и потом пойду уже на Сванск. Купила я кое-что в этом магазине. Также мне понравился еще для стирки гель, но отсюда тяжеловато тащить. Если бы я шла домой, то еще можно было 5 литров. 13 лари с копейками. Хорошая цена. Я уже перешла на гель, потому что и отстирывает, так как вещи, как обычно, не грязные уж. Так что, как раньше Ариэль да Тайд я пользовалась, перешла сейчас на гель. Ну а сейчас спускаюсь до Сванской Базрубы. Посмотрю еще здесь, что мне еще нужно. Чистящий порошок. Потом опять посмотрю, жидкое мыло уже заканчивается. И что мне еще надо? А, ферри для посуды. Здесь тоже была акция, но не знаю, какая-то другая была фирма, поэтому я решила посмотреть пока здесь. И если здесь песок будет для Люси. По той цене, что я покупаю возле метро, чтобы уже не спускаться, то куплю здесь. Здесь идти не жарко. Деревья закрывают от солнышка. А так очень жарко. Вот почти я уже дошла. Перейду через переходы все. Здесь не гора. Тоже удобно, кто здесь живет. Ну вот я и на Базрубе.
что-то здесь спокойно, тихо. Людей не вижу пока. Все отдыхают, друзья, наверное, в августе. Я дома, друзья, и покажу вам, что купила там на Сухишвили в овощном. Такие яблоки были, 2 лари килограмм. Чаба любит яблоки, так что приходится часто покупать. Потом на Асванской базрубе вот такую тушенку. Борман Люси больше предпочитает, чем, как она называется, какая-то, по-моему, другая. Стоила она 3 лари. Потом я взяла перри на Сванской базрубе. 6,80. Здесь 1,5 литра. Потом ракшу. Сколько? Лар 55. И доместос 2,75. Тоже по акции был. Ну, а на Сухишвили в этом магазине я взяла туалетную бумагу 50. Нет, не 50, 45 тетри. Одна. И все-таки я вернулась и на Сухишвили опять купила уже после Сванской базрубы вот эту гель, что говорила по акции. 13,95. Здесь 5 литров. Меня устраивает. Что здесь у нас написано? Засип, призначенный для прания кулюровых белых тотемных речей. Не містить фосфатів, добре розчиняється у воді та відмінно виполіскується, не залишаючи слідів на тканині. Підходить для машинного та ручного прання. Так що підходить і для машинного, і для машинної, і для ручної стірки, друзі. Отак, для білих, для чорних, для цвітних. Универсальное средство. Будем смотреть. Все, такие покупочки у меня. Было тяжело тащить, а так хотела еще зайти в этот магазин. Посмотреть. Арбуз еще джаба сказал. Но арбуз уже... Представьте, каково было бы, если бы я еще его купила. Очень все это тяжело было нести. Так что смотрите, сравнивайте цены, кому интересно.